в пещере Вьясадевы, это там, где были написаны все веды. И там очень хороший такой пуджари, приветливый, добродушный. И мы спели там киртан, и он так вдохновился, что стал петь тоже киртан, прославлять Господа Нараяну, Лакшми Нараяну стал прославлять. И все было хорошо, пока в какой-то момент он не стал петь «Ты Нараяна, я Нараяна, мы Нараяна». И в этот момент мне как-то так тяжело стало. Думаю, ну что ж ты, брат, как же так, мы все Нараяна, ну все было так хорошо.